Альянс против нежити. Считается, что нежити очень сложно выиграть в альянса, при условии, что противники по своему уровню игры равны. В начале игры вурдалаки гораздо слабее пехотинцев, у них меньше жизней, уровень брони ниже, а вкупе с архмаговскими элементалями воды у альянса образуется такое серьезное преимущество, что многие игроки строят второстепенную базу уже в самом начале игры. По этому поводу небезызвестный Тиллерман очень много писал и возмущался, дескать, ничего нельзя сделать против второстепенной базы Альянса. Доказательно говорил, приводил демки. И зачастую весь матчап действительно сводится к попыткам нежити уничтожить вторичку Хумана. Если у нее не получается обломать раннюю базу, то выигрыш в такой партии при прочих равных условиях просто невозможен. Слишком уж велика разница в ресурсах уже с самого начала игры. Сейчас мы с вами рассмотрим именно такой пример. Демка с крупного лан-турнира в Дании. За нежить играет INC Nightmare. Альянс же представляет SK Mio. Из клана скрочит команда. В роке был известен как MousePG. Это одна из трех игр, которые провели оппоненты, и в общем зачете, кстати, победил Nightmare. Стоит отметить очень высокий класс игры этого деда, замечательную способность верно реагировать даже в самых нестандартных ситуациях. Кстати, он был виновником проигрыша нашего бигмена на этом лан-турнире. Вообще, демки с ЦПЛ я вам очень-очень рекомендую посмотреть. Ну что ж, давайте начнем. 5-секундная готовность. Демка запаузена на 10-й секунде. Наблюдаем от глаз СК Неу. Туман войны выключен. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Хуман строит моментально алтарь и ферму, но бросает строительство и начинает возводить казарму. Первый рабочий, что построился, начинает достраивать ферму, а алтарь все еще простаивает. Это сделано для того, чтобы 4 рабочих, так же как и в демке Бигмена против Фац, добывали нон-стоп с самого начала игры 600 золотых. Кроме того, алтарь у нас здесь поздний, именно потому, что MousePG будет играть через нейтрального героя, Бестмастера. Дело в том, что это не первая демка в серии игр. И MousePG прекрасно знает, что Nightmare будет играть через Рыцаря Смерти и Лича, прекрасных хирокиллеров, которые будут стараться убить Архмага, у которого очень мало жизни. Поэтому он решил взять героя, у которого запас жизненной силы гораздо больше. Он достроил казармы. В них начинают производить сразу же пехотинцев. Нежить строит алтарь, подштамповывает гуль. Рабочий ополченец бежит на разведку и сразу же обнаруживает нежить. Алтарь достроился, но в нем ничего не строится. Никакой герой не тренируется. Кстати, алтарь не имеет смысла закладывать раньше полудня, если вы используете нейтрального героя. Если вы заложите его раньше, он просто будет вот так вот простаивать. Гораздо эффективнее использовать рабочую силу, например, послать дополнительного рабочего на лес, не терять ресурсы. Пехотинцы направляются в центр. И очень скоро Маус наймет нейтрального героя. Нежить одновременно с алтарем, как только он достроился, закладывает древнее захоронение, магазин нежити, для того, чтобы покупать посох некромантии, который вызывает скелетов. 5 ополченцев бегут с главной базы на вторичку. Бестмастер, повелитель зверей, только что вышел из таверны, он вызывает сразу же медведя и направляется к крупным черепахам большим. И подставляет он медведя, начинает убивать черепах, начинает с двух мелких. Сначала атакует всеми войсками одну маленькую, а ополчением вторую мелкую черепаху. Он будет очень хорошо использовать выпадающую руну из этой черепахи и будет отводить вовремя все свои войска, распределяя урон между всеми. Вот сейчас отвел ополченца, второго ополченца. Сейчас отойдет третий ополченец, и руна исцеления, которая выпадает из этой черепахи, подлечивает все войска Хумана. Неже делает разведку гулей и видит, что Хуман делает второстепенную базу. Рыцарь Смерти сразу же поворачивается. Его задача как можно больше убить рабочих при помощи посоха некромантии и койла. Кольца Смерти. Он использует первый заряд посоха некромантии, вызывает пару скелетов и начинает атаковать рабочих. Делает койл на одного рабочего. MousePG как может отводит их.
Приходят еще 4 гули вурдалака с главной базы. И пока основная армия Хумана гналась за скелетом, гули уже съели 4 рабочих. Рыцарь постепенно набирает уровень. Он убивает... Еще 4 рабочих пришли с главной базы для того, чтобы достроить все-таки второстепенно. Еще один рабочий умирает. Умирают также гули, нежити, но нежить сосредоточен на том, чтобы как можно больше рабочих был убит. Еще пара рабочих убивает. Умирает посох некромансии. Остался всего один заряд. 3 скелета, пара гулей. И всего один рабочий остался на строительстве второстепенной базы. И он умирает. Общее число убитых рабочих, судя по опыту, равняется 8. Нежить получил 2 уровень, убивает еще одного рабочего. В качестве 2 скилла берет, конечно же, ауру, которая увеличивает регенерацию и скорость перемещения. И отступает битыми гулями и скелетами. А рыцарь не успокаивается. Он находится рядом с базой и ждет рабочих, которые подходят неизменно. Он убивает еще одного рабочего. На базе у нежити наполовину сделался грейд главного строения. Пара гуль добывает лес. Хуману о грейде остается только мечтать, потому что главной задачей у него сейчас строить рабочих нон-стоп, потому что их все время убивают, а они необходимы все-таки для того, чтобы достроить второстепенную базу. И еще один рабочий сейчас умрет. Рыцарь смерти набрал 2,5 уровня почти на одних только рабочих. Не атакуя футменов, не атакуя медведей вообще. На базе у Альянса продолжают штамповаться рабочие, в казармах ничего не строится. Наконец-то достраивается второстепенная база Альянса, туда постепенно подходят рабочие. Кстати, Сокол 1 уровня, разведчик, он не атакует, обладает способностью видеть невидимых юнитов. Сейчас как раз парит над головой нежити. Просто дает понять андеду, что я тебя вижу. И могу в любой момент к тебе подойти. Подходит. 8 пехотинцев. 1 медведь уже 2 уровня. Пехотинцы попытались зажать рыцаря смерти, у них ничего не получилось, потому что у рыцаря смерти все-таки есть аура. И пехота с медведем начинает убивать скелетов. 2 скелета померли. Мечка достроилась, поэтому ополченцы с легкостью отбивают ДК. Ему там нечего ловить. И ДК отправляется на главную базу Хумана. С той же самой целью. Как можно больше убить рабочих. Хуман мечется, он не знает, что делать. Основную армию оставляет на второстепенной мечке, чтобы туда случайно не подошли гули. С главной базы андеда. Это возможно. А Бестмастер вместе с одним пехотинцем направляется на защиту главного здания, главной базы. В алтаре у нежити строится лич. Первым скиллом будет Нова. Цель та же самая, убить как можно больше рабочих. Уже почти что 3 уровень получил рыцарь смерти. Он кидает койл в рабочего. Тот прячется, в свою очередь, в шахте. И очень малый запас жизни остался у рабочего. Да, все-таки убил он его. Вызывает еще пару скелетов и продолжает харасить. Если вы Хуман, и если вы решили все-таки против нежити играть через второстепенную базу, сделайте разведку и посмотрите, какого героя он взял. Если он взял рыцаря смерти, Death Knight, и построил магазин, то есть будет харас со скелетами, с палкой некромантии, то, может быть, имеет смысл построить сразу же, как только вы закладываете второстепенную базу, пару башен, пару магических башен, чтобы как-то помешать харасу. Уж больно он эффективен. 3 уровень на одних только рабочих. Нежить очень интересно передает посох некромантии от одного героя к другому и вызывает моментально 4 скелета. Просто кулдаун, время перезарядки для каждого героя отдельно. А Маус-ПГ начинает обустраивать свою второстепенную базу. Посмотрите, пара ферм, кузница и казарма. Сейчас еле-еле рыцарь смерти вышел из окружения пехотинцев.
Хуман нанял в качестве второго героя Нагу, выбор обусловлен, скорее всего, Хит-энд-раном. Дело в том, что рыцарь смерти Саурой без каких-либо проблем убегает от войска Альянса, а Нага, замораживающая стрелой, должна по замыслу контрить Хит-энд-ран. Сейчас зажали Лича, Лич делает вторую новую, его подлечивает рыцарь смерти, но тут рабочие окружили все-таки рыцаря смерти, он пытается подлечить еще раз Лича, но не успевает, он умирает, хотя у него был телепорт, очень странно. И Андет теряет обоих своих героев, к сожалению. У Хумана 52 лимита на 22 нежити. Показатель смешной, очень смешной. Найтмэр играет через пару бойн, обсидиановых статуй и сфинксов. Абсолютно такая же игра была против Бигмана. Да и все игры против Альянса Найтмэр проводит по этому шаблону. Он харасит двумя героями, затем после второго грейда втыкает пару бойн. Только что построились в этих бойнях обсидиановые статуи. Кстати, обратите внимание на то, что 6 гулей, дабы не терять время, начинают надоедать рабочим на главной базе Хумана. Логично предположить, что Альянс, после того, как отобьется от Хараса нежити, пойдет качаться. Ну и чтобы отвлечь его от такого занятия, 6 гулек направляются на главную базу Альянса, чтобы погрызть рабочих. Чтобы отвлечь просто главные силы Альянса от прокачки. Убивает двух рабочих гули. Но вот сейчас будет очень неприятный момент. Подходит основная армия Хумана. Гули сразу же начинают отступать, потому что сражаться здесь не имеет никакого смысла. Но медведь первый раз ударяет, оглушает одну гулю. И второй раз ударяет, тоже оглушает гулю. И таким образом Хуман убивает целые две гули, которые, по идее, должны были благополучно отступить. В бойне делается обсидиановая статуя очередная, третья уже по счету. А во второй бойне строится сфинкс. Способность обсидиановых статуй превращаться в сфинксов, у которых наконец появится диспел, который сможет законтрить медведей бестмастера. Хуман не теряет время, он прокачивается на магазине без особых потерь, потому что подставляет медведя в качестве живого щита и никакого урона основные войска не получают. Выходит рыцарь смерти, пара статуй и 4 вурдалака направляются на прокачку. По сути, уже игра здесь теоретически решена. У Хумана есть второстепенная база, он даже обнаглел до такой степени, что сейчас ставит вторую второстепенную базу. И нежити, если, конечно, Хуман не будет очень сильно глупить, будет просто невозможно выиграть. Актив золота у Хумана гораздо больше. Выходит, наконец, Лич, но INC Nightmare будет сражаться до последнего. Будет малыми силами выигрывать, убивать юнитов Альянса. Ну, мы сейчас это понаблюдаем. Строится еще обсидиановые статуи. У Хумана героя 4-3, 4,5-3. У Андеда 3-1 всего лишь. У Андеда уже 3 сфинкса, он только-только начал, захотел покрепить черепах. Тут сзади подошла Нага, сверху Бестмастер. Сейчас сфинксы продиспелят медведя, но им не хватило немного. У медведя слишком много жизней, и сразу задиспелить его не получилось. На нас напали. К бою готов. Сейчас все фокусируют огонь на медведя, потому что у него тяжелая броня, а у сфинксов магическая атака, которая наносит, соответственно, 200% повреждения по тяжелой броне. Также сфинксы поэтому прекрасно бьют по пехотинцам и по рыцарям, по всем юнитам, у которых тяжелая броня. Андет хотел поставить здесь второстепенную базу, но опять-таки не получилось, потому что сразу подошли войска врага. Слишком большой перевес у Альянса.
На базе Альянс возводит башни грифонов, две штуки, для того, чтобы произвести хавков и как-то законтрить сфинксов. У тех легкая броня, и ястребы со своей персовой атакой должны очень хорошо убивать сфинксов. Сейчас основная армия нежити нападает на главную базу Хумана, убивает рабочих. Герой находится неподалеку, сейчас интересный момент будет. Рыцарь смерти сделает иллюзию на себя, обратите на это внимание, и побежит иллюзии к главному зданию. Лич получает второй уровень. Вот она иллюзия, которая стремительно скачет к замку, провоцируя маус ПГ на телепорт. Маус ПГ действительно сейчас перегруппируется и телепортируется как раз именно в то место, где находится иллюзия. Только вот Мео не знает, что это иллюзия, он ее окружил и буквально с двух залпов уничтожает. Но облом. Слава высшим эльфам. СК Мео пишет, найс. Фокусирует огонь на райфлмане на стрелке и отступает сражаться. Андеду против такой солидной армии Хумана не имеет никакого смысла. Лич делает нову. А сфинксы точечно атакуют ополченцев, у которых тоже тяжелая броня, и поэтому они умирают очень быстро. Тех ополченцев он убил и сразу же уходит. Еще одна нова, еще один ополченец умер, и ястреб тоже умер, по которому начали фокусно атаковать сфинксы. Медведь делает блинк, скачок. Его диспелят сфинксы, тут же убивают. Тут Nightmare видит второстепенную базу Альянса и, скорее всего, уже понимает, что ему здесь ничего не светит. Но продолжает стойко сопротивляться. Сфинксы снова убивают рабочих на второстепенной базе Альянса. Еще два рабочих... Нет, три рабочих умерло. Также сфинксы сумели убить двух пехотинцев. Слава высшим эльфам. На своей главной базе Undead закладывает еще 3 зиггурата, чтобы выйти из лимита 50. И он построил второстепенную базу. Но это тоже определенный риск, потому что Альянсу ничего не мешает сейчас просто пойти и снести ее. Но, видимо, он просто ее не видит. Слава высшим эльфам. Сейчас снова в ястреба, фокусировка огня. Нежить не смог его убить, а вот Нага, чтобы опыт не достался противнику, убивает собственного ястреба. Сейчас будет финальное сражение. Гули умирает очень быстро. Фокусировка огня на ястребе, вызывает медведя, бестмастер. Нага делает Forked Lightning. И рыцарь смерти умирает. В общем-то, тут все ясно. Попробуйте поиграть через второстепенную базу. Если вы играете за Альянса против нежити, отбиться сложно. Но при правильном контроле, при правильных умениях, вам не составит труда особого с архмагом, элементалями и ополчением отбить второстепенную базу от нападок нежити. Если вы увидели, что противник взял рыцаря смерти и использует посох некромантии, лучше всего построить сразу же пару вышек на второстепенной базе, чтобы избавиться от этого хараса. Потому что набирать 3 уровня на одних рабочих, это очень серьезно. Лич телепортируется на 7 жизнях, но это уже ничего не изменит. Nightmare пишет, nice, good game.